Дорогие наши маленькие, взрослые и старенькие друзья, перед нами книга «Познавай Библию». Она рассчитана на 365 дней. Каждый день вы будете узнавать необыкновенную историю, которую Бог через слуг своих записал на страницах Библии. Божьих вам благословений! Неожиданная награда Мардохею. На третий день Есфирь оделась в красивый царский наряд и отправилась во двор к царю. Когда царь увидел ее, царица понравилась ему. Он протянул к ней свой золотой скипетр и сказал: «Чего ты хочешь? Проси, что угодно, я дам тебе хоть полцарства. Я буду очень рада, если царь придет сегодня вместе с Аманом ко мне на пир», — ответила Есфирь. Царь позвал Амана, и они пошли к царице на пир. На пиру царь вновь спросил: «Чего же хочет Есфирь?» Она кротко ответила: «Приходите и завтра вдвоем ко мне на пир, тогда я скажу свою просьбу». Царь согласился. В эту ночь царь никак не мог заснуть. Тогда он позвал к себе человека с книгой дневных записей, и тот читал ее вслух. Когда же они дошли до доброго дела Мардохея, царь спросил: «А как отблагодарили этого человека?» «Никак, мой царь», — ответил читавший. Тогда царь решил посоветоваться с Аманом. «Что бы ты сделал человеку, которого хотел бы выделить среди остальных?» — спросил он. «Я бы одел его в царские одежды, посадил на царского коня и вел бы этого коня по улице, провозглашая: этому человеку царь хочет воздать почести», — ответил Аман, думая, что царь хочет выделить его. «Тогда сделай все это для Мардохея», — приказал Артаксеркс. Аман был в ярости. Все, о чем он мечтал для себя, теперь ему предстояло сделать для человека, которого он ненавидел больше всех. Как встретил царь Есфирь, когда она пришла к нему? Почему царь решил наградить Мардохея? Кто исполнил приказ царя?